Вот посеял рожь и редьку. Посмотрим, что получится. Вот этот участочек засеял сидиротами под малину. До этого кусочка немножко взрыхлил. Будем ждать весной всходов. Вот такая вот у нас грядочка под малинку. Вот. Делаю такой заборчик, чтобы собачка не топталась. Вот пока сделал такую загородку с таким заборчиком. Остальное уже на следующих выходных сделаю.